Посмотрите, пожалуйста, вот там квадратик. Какого цвета? Зеленого. Зеленого? Все ништяк. Все круто. Всем привет! С вами YouTube-канал Павла Бочкарева. Сегодня мы приехали в город Хвалынск на замечательный, чудесный турнир по пауэрлифтингу. Ну, что-то как-то в зале пусто, но сейчас мы это исправим. Чуть палец не щелкай. Блин, Серег, иди щелкни, у меня не получается. Давай. Так, громко так. Фига! Где кофта моя? Вот, в соревнованиях ты участвуешь? Нет, я ассистирую жене. Жена у меня будет участвовать. Ассистент жены, да. Слушай, сегодня... ну удачно она замуж вышла, я тебе хочу сказать. Ты не думаешь, что это по расчету все было? Однозначно. Только ради того, чтобы я ассистировал на соревнованиях. Ну, ты понимаешь, что твой муж, как бы, он не понимает, что ты замуж по расчету вышла из-за того, что ты халявного ассистента просто да. хотел. Только ради этого и вышла. Да, я знаю. Я не отрицаю. Худел сильно, на десятку почти, поэтому не знаю, что будет. Что, протеин закончился? Да. Надо выиграть опять. Смотрю, пояс. Какой? Группа поддержки. Чтобы не разорвало. Что поддерживаем? Форму. Спортивную. Да. А что, там кушать принесли, что ли? Это что? Вань, я кушать пошел. Че так дышит-то тяжело? Толстый. Что-то вроде такой с виду спортивный парень, да, смотри, что-то у него с дыханием. Там вес-то всего 105 килограмм. Ну как-то обезвожился, судороги. Тебе сколько лет? 27. А, 27 лет? Он мелкий еще, да. Видишь, нормальные все мужчины ходят с бородой. Что такие здоровые вообще? Здоровые? Да ладно. Не придумывайте. Не жду. Просто. Как так можно? Кушаем. Тренируемся. Так. Уже, да? Ну, я пошел на народный жим. Счастливо. Жим! 1, 2, 3, 4, 6, 7. Мой отец тоже занимался, но он занимался гирями. Работал на заводе, занимался гирями. Но это, я вот недавно нашел его фотографию, и вот сейчас я начинаю понимать, почему я начал тренироваться. Потому что для меня был... идолом не Арнольд Шварценеггер, не Васильев, а мой батька.